Пред ним земли заброшенный погост, седое пепелище без границы, над ним вверху непогрешимых звезд прекрасные задумчивые лица. Небесный свод, жилище Хиросимы, две сути эти несоединимы. Поэма Давида Кугультинова «Бунт разума» посвящена теме ответственности перед безумием атомной войны. Я в этом году много ездил по нашей стране. Был в Якутске, был на Курильских островах, на Сахалине, в Петропавловске, Хабаровске, был на Баме, видел, как там на Баме работают наши прекрасные юноши, наши замечательные люди. Я видел, как вся наша страна строится. И каждый человек знает, каким трудом строится все, и как быстро, как мгновенно все это может быть разрушено, разрушено войной. В одном огне виновный и невинный, в одном костре глупцы и мудрецы, в одной газовне женщины, мужчины, младенцы, старцы, дочери, отцы, все под одно. Для смертоносной бомбы нет преимуществ, все пред ней равны. Вот почему решение Хельсинки – это решение, ожидаемое всем человечеством как великое благо.